Представляю бойцов. Боец красный поясом Анисимов Андрей, Московская область, второй разряд. Боец синий поясом Абидов Амир Кабардино Балкария, второй разряд. Бал бойцу синий поясом. Бал красный, первая техническая. Неэффективно. Бал бойцу синим поясом. Не надо каждый раз руки жать. Подходим, нажимайся. Поляну держать, поляну держать. Вот так. Здесь бросок нужен. Бросок. Да, хорошо. Бал бойцу синим поясом. Бал бойцу синим поясом. Не надо каждый раз руки поднимать. Стоп. Вот так, да. Надо было почетче. Сверхтяга отрезерина. Плохо. За 2 минуты 52 секунды победа с явным преимуществом победа в разные полосы. Все хорошо. Андрюх вправо. Андрюх, контратака после его действий, контратака мгновенно. Поджимается сейчас, уходи в сторону. Я давай. Орбит тут на пилу отключать. Вот, стоять. Зацепчик на него можно, ну, до крючка. На ковер один приглашается Давков, Константин Забайкальский край, Караков Александр, Санкт-Петербург. Приготовится Устич Владислав, Краснодарский край, Волков Василий, Иркутская область. Полевой синий. Представляю бойцу 46 килограммов. Боец с красным поясом. Устик. Красков. Карков. Шашкан синего. Первый юношеский разряд. Боец синий поясом. Карков Александр. Санкт-Петербург. Первый юношеский разряд. Не суетись. Не суетись. Опять не поджимает. Ну что ты бить не можешь, левый? Неэффективно. Бал бойцу синим поясом, первая техническая. Кстати, болевой бой с красным поясом. Никого не надо руку ставить, надо бить левую. Что ты делаешь? Ой! Голова была. Кстати, левую просто. Андрюх, не надо руку ставить каждый раз. Не надо это делать. Сразу работай. Работай сразу. Вот на руки. Правый кросс. И еще раз ножки надо было добавить. Ну, бросок! Стой, где стоишь. Неэффективно. Нормально двигаться, спокойно. Баба идет красным поясом за бросок. Считаю держать. Активность красной. Партери, побить, партери, красный. Побить, побить, партери, побить. Ушел. Что это было красным? Очень много борьбы, в стойке подвигаться и не зажимайся. О, неэффективно. Хорошо, только почетче. Еще раз встречай. Стоять! Ну, бросок! Бойцу с красным поясом. Активность за началом движения. Андрюх, после это типа надо тоже закинуть вторую, понял, маваш. Бал красным. Маваш, потом почетче. И туда. И еще встретим правую руку. Балсиня! Андрей! Бойцу синим поясом! Замечание за время за предел ковра! Андрюх, надо подвигаться, поработать! 12 секунд! Не надо держать счет! Подвигаться, только руки плотнее! После... Один. Стоп! Контратаковать! Замечание бойцу с синим поясом! Прыгали с кругом! Замечание бойцу с красным поясом уже до борьбы. Считаю держание синий. Шлем снимаем.
В этом поединке счет 2-3-0. Победу одержал боец с красным поясом Анисимов Андрей.